Кухня народов Севера богата на кулинарные шедевры. В основном это блюда из мяса, которые дают необходимое тепло и силу в сложных погодных условиях. Предлагаю рецепт, как приготовить бурятские манты. Ниже я представила пошаговый рецепт о том, как приготовить бурятские манты. Это блюдо имеет и другое название – позы. Они получаются очень сочными и сытными. Готовить мы их будем на современный лад, в пароварке. Думаю, что мужчинам этот рецепт очень придется по вкусу, и они снова и снова будут у вас просить добавки. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Нарежьте лук мелкими кубиками, а чеснок и зеленый лук измельчите как можно лучше, смешайте их с фаршем, добавьте соль, базилик и паприку, влейте стакан воды, перемешайте. Теперь приготовьте тесто, стакан воды, замешайте с мукой и яйцом, можно делать это миксером, а можно и ложкой, потом оставьте тесто под полотенцем на 40 минут. Как только тесто набухло, раскатываем его в большой блин, вырезаем кружки диаметром не меньше 8 см. Каждый кружок пытайтесь раскатать так, чтобы в середине толщина была больше, чем по краям, выкладывайте мясную начинку в центр, защипывайте края. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Готовьте манты в пароварке 30 минут, по желанию их можно подать со сметаной и капелькой соевого соуса. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Фарш 1 кг, свинина и говядина, репчатый лук 2 штуки, соль по вкусу, паприка по вкусу, базилик по вкусу, чеснок 2 зубчика, вода 2 стакана, яйцо 2 штуки, мука 3 стакана, зеленый лук 0,5 пучка, количество порций 8-10. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. До свидания, друзья!